Was buried in misery. I couldn't trust myself. You added a piece to me that I had never felt. Всем доброе утро! А он нас позвал. О, а что у нас тут? А что? Подожди, это медиаэксперт. Ну да. Все правильно. Правильно, да. Ну давай, открывай здесь. Ну давай здесь. Сейчас тебе нож дам. Что же в черной коробке? Ха! Ну, не пугай так. Что, у нас тут ничего не написано. Так, ну, тут за что надо зацепиться? Конечно, упаковали солидно. Ну так. В Экскоме не так пакуют. В Экскоме просто думаю... коробка и все. Ну в Экскоме, наверное, даже надежнее. Потому что там не пленка, там в коробке, и там еще в коробке всякая херня напихана, чтобы товар не повредился. Ну так и здесь стороны, изначально мы, пленка. Такого большого ничего еще не заказывали, но как бы скоро должно прийти, вот и посмотрим, как они там пакуют. Ага, вот вам задел на будущее видео. Скоро что-то нам тоже придет. Так. Ну да, что-то должно прийти. Разрывай руками просто, убери ножик, чтобы не пораниться. Мятая коробка. Все, капец. Если что, все. На возврат. За это. За снято. Ну, мне на коробку, в принципе, наплевать. Главное, чтобы содержимое не повреждено было. Так, воды какие-то. А что у нас тут такое? Осторожно нож, Никита. Осторожно. Ну переверни, может, а то она не с головой. Это все видно, да? Та-дам! Динамики. Саундбуферы. Они такие большие? Они еще по Bluetooth подключаются. Они такие большие? Какие? Ну смотри, по сравнению с саундбуфером, вот допустим саундбуфер, то есть колонки вот такие. Ну да, они маленькие. О-о-о. Ну то сейчас как? Как включим этому соседу, который дрелит. Ну давай, открывай. Интересно посмотреть. А черненький соседки. Или какого-то другого цвета? Ну черненький. А как ты ногтями там хочешь открыть? Хочешь прилететь просто. Сейчас ты подумала, оп. Так, что у нас тут? Миллиард. Вот ты видишь, пультом будем тише громче делать. Вот это прикольно. Ну, мне кажется, он не нужен. Вот колонки. Не, они небольшие. Ой, а что это они такие эти? Ой, я не знаю. А я не умею с таким обращаться. Ладно, отложим. Будем значит, разбираться потихоньку. Понадобится нам инструкция. Две колоночки и саундбуфер. Ну, колонки, да, поменьше. Я думала, что они прям гигантские будут. Осторожно. Держу. Все, пусто. И никакого подарка. Ужас. Ну, неуважение, я считаю. Я тоже. Ну что, давай разбираться, выставлять. Сейчас я вам, ребятки, кое-что покажу. Колонки валят, конечно, вообще. Мое какое. Вчера у нас был праздник День независимости, если вам видно. Вот там флаги Польши, на балконах флаги Польши везде. Там на домах. А на наших ни у кого нет. Ну, короче, вот на противоположных домах везде флаги, вот. О, и там тоже флаг, если вам видно, конечно. Кстати, знаешь что? На улице я не скажу, что холодно. На улице нормальная погода, просто очень как-то так пасмурно. И если видно, там далеко у нас так город в тумане. Чем Никита займется? Никита сейчас займется съемкой видосика. Надевай шапку свою, да. Модную, красивую, прекрасную, с оленем. Классная шапка. Может, мне еще купить такую? Я бы тоже носила. Будет садиться снимать видосик. А я тем временем буду смотреть какой-нибудь видосик. Надо забрать только ноутбук, наушники, чтобы Никите не мешать. Чтобы никаких посторонних звуков вдруг там что не издать. Потому что съемка, все дела. Забираю ноутбук, наушники, зарядку для телефона. И вся с проводами иду.
на диванчик. Ой, записал, короче, смонтировал третью часть уже прохождения. Сейчас буду записывать четвертую, пятую, уже, наверное, буду записывать прям подряд, а монтировать потом, потому что там как бы уже выложено на сегодня точно в роликах хватает, как бы на завтра еще надо снять один по-любому минимум. Но я думаю, сниму сразу много, намонтирую и поставлю, чтобы они выкладывались там раз в день или раз, или два в день. Ну, подумаю еще. В общем-то так, что мы делаем еще? Думаем, сегодня в тренажерку надо сходить еще. Не знаю, возможно, сейчас по-любому сыграю, короче, одну сессию, ну вот запишу один ролик. Костинка нам приготовит, да? Приготовишь? Мы покушаем. После этого, может, еще, да, одну сыграю, как раз уляжется. Угу. И можно будет сходить в тренажерочку побегать, правда? Побегать, я думаю, может, еще что-нибудь позаниматься. Я просто очень люблю, когда там люди есть. Они приходят такие качки, а я прихожу такой дрыщ. Ну, мне вообще все равно, не знаю. Еще ничего не умеет, и вот такие дела. Посмотрю себе, может, сейчас еще какие-нибудь упражнения на ноги, на животик и на орех. Ну шо, блогер? Много видосов записал? Уже два. Уже много. Ну в сумме это уже 4 или 5 ты записал, если считать еще вчерашний. А я тихо, мирно лежала на кровати, играла в конфетки, смотрела разные видосики. И сейчас, пока у Никиты перерыв, мы ж уже покушали там. Я, значит, хочу, знаете, что сделать. Я сейчас покажу, у нас кое-что есть, вещичка. Куда ж я ее положила только? Вспомнить бы мне. Когда мы переезжали... А, нашла. Та-дам! Специальная штучка для ног. Короче, масочка, которая отшелушивает ножки. Сейчас мы... Оп. Сейчас мы с вами разберемся. Так, так, так. Хорошо, хорошо. Надеть. Угу. Все понятно. В принципе, как всегда, сколько держать? 40-60 минут. Как раз Никита снимает видосик где-то час, 50 минут. Поэтому я сделаю, буду себе лежать или сидеть с ними, пока Никита играет. У меня еще есть вторая такая штука, но для Никиты. Никита все никак не хочет, все никак и никак я в нем говорю. Ну, прикольная упаковка, конечно. Раньше мы у других брали. Посмотрим, как это работает. Я думаю, что я буду Никиту ждать. Я ему каждый день предлагаю, он все ай-не, и вот так. О, они такие мокрые. Блин, а что делать? Спиртом воняют. Конечно. Спиртом воняют знатно. Так, надеваем ковбылик. Ух, холодные. Ой-ой-ой, холодные. Оп. Надели. Прикольно. А как мне в них ходить, слушайте? Они ж мокрые. Постелю, наверное, себе на диван. Полотенце, чтобы диван намочить. Они точно тут. А, они тут сухие с этой стороны. Ничего мне мокрыми показались. И вторую. У, холодные. Оп. Все. Видите, хорошо. Намокла. Вот и все. Выглядит это вот так. Конечно. Прикольно. Так, это надо будет выбросить. Никита, я должна максимально осторожно ходить, потому что они очень скользкие внутри. В эти носочки не надо наливать воду. Прошлый, который, помнишь, мы покупали? Там была жидкость отдельно в пакетике таком. Носочки, надеваешь носочки, заливаешь жидкость, и там все типа работает. А здесь они просто смоченные внутри, сухие снаружи, я могу нормально лечь, у меня ничего не вытечет. Это, блин, самое главное и самое крутое. И здесь нужно держать 30-60 минут. А те, которые были, помнишь, с водичкой, там надо было что-то около 2 часов держать. Угу. То есть эти удобнее намного. Ну, может, эффективнее? Те?
возможно. Не знаю. Ну, посмотрим, как эти сработают. А я уже без этих носочков сняла, помыла ножки и собираюсь делать нам чаечек. Никита сейчас там двигает нам стол. Тебе черный, да, чай? Да. Я допью. С молоком? Хорошо, с молоком. Я тогда все тоже с молоком сделаю. Вот, будем кушать лимонный такой пирожочек. Вкусненький бисквит. А мы досмотрели «Беременна в 16». Я хочу сесть монтировать влог. Завтра приедет Янок, и мы идем в спортзал, потому что сегодня что-то у него не получилось, да? Угу. А еще завтра нас ждет новая посылка, так что завтра узнаете, что нам придет. Да, обещали, не, не обещали, там я выбирал пятницу, то есть завтра придумал. Да. Я думаю, что тоже приедет с утра, как и все предыдущие посылки. Эти курьеры я смотрю, любят с утра сюда заезжать почему-то. В 9:30, причем предыдущие тоже в 9:30 приедут. Да. Все время будет, и принес они могут нормально, как люди, в 12 часов дня посылку принести, да? Ну. Это херня, я понимаю. Короче, прощаемся с вами. Я сняла эту масочку, так ноги, конечно, ну ничего такого не чувствуется. Это через пару дней начнут они уже облазить, кожа начнет слазить. Я помню, в прошлом году мы когда после работы сделали себе эти маски перед Египтом, у меня все кожа не начинала лупиться, не начинала, и как только мы прилетели в Египет, начали ноги облазить. И это было кринжово, потому что на пляже лежишь, эти ноги все облазят. Я, короче, у нас там был такой, типа, пол возле бассейна, шершавый. Я об него как об наждачку ноги терла, чтобы кожа быстро сошла. Вот. А тут как бы дома, так что без проблем, думаю, это все будет. Так что жду, когда мои ножки станут как жопка младенца. Осталось только Никите сделать на ногах жопку младенца. И... На этом все. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И всем до завтра.